Розовые цветы – намек на симпатию и начало отношений. Выразить благодарность можно, подарив розы ярко-розового или вишневого цвета. Желтый цвет – символ дружбы и признания, восхищения и уважения. Идеальный выбор для знакомых. Безупречная чистота и нежность в букете белых роз. Красные розы всегда были и будут верным символом любви. Белые и красные розы в одном букете символизируют гармоничную любовь и единство. Это как предложение руки и сердца. Напрямую о серьезных намерениях заявит белокрыльник – самый свадебный цветок. Символ нежности и интимности – орхидея. Ее дарят только самым близким и любимым людям. Пастельных цветов или ярких – герберы – несут радость и положительную энергию. Своим внешним видом цветок говорит о счастье. Желаете счастья – дарите герберы. Доброту подчеркивают лилии – белые. С помощью желтых лилий или тигровых можно пожелать процветания и материального благополучия. Фрезии в букете говорят о доверии. Комнатные цветы – практичный вариант. Цветок в горшке будет долго радовать хозяйку. Не забудьте. Будьте только обменять цветок на монетку – хорошая примета. В цветочном магазине всегда подскажут, как правильно оформить и подарить букет, и какие еще есть услуги. Мы оформляем залы на различные торжества, свадьбы, юбилеи, различные мероприятия живыми цветами, искусственной тканью, также шарами. Выбранный букет доставят по адресу в назначенное время. Самые весенние цветы, конечно же, мимозы, нарциссы и тюльпаны. С давних времен – символ большого счастья. Солнечные, нарядные и весьма кстати на 8 марта. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа регион.